утром забрались в кущи Имантовского леса. Малинник? Ну, малина еще не готова. Будем ждать, когда она созреет. Мы посмотрим. Самое главное – красота. А блики, солнечные блики на дорожках, небо. Сколько уже солнца и лето нам посылает таких намеков, что подождите, вот август, август перед вами, а за августом сентябрь, а там темнота, а как не хочется этой темноты, как хочется лето продлить еще, еще, еще. Но оно должно с нами попрощаться. И вот оно уже начинает прощаться тихонечко так. Слабенько на этих бликах на дорожке. Солнце так ласково-ласково говорит: ну я вас порадовала, а теперь скоро кончу.